было вообще страшно. What the fuck? Вот это меня немножко сейчас заставило обосраться. Немножечко. Подопытную пациентку. Ну, если бы еще музыки не было, то было бы еще страшнее. А то музыка... Что-то там сказала и все. Holy shit! Вот это было круто. Извините, но я не могу этого не сделать. Понеслась. Пока никто не видит, я ручки поднимаю и просто тут танцую. На бабе присед. На цех упала, еще забавно. Можно и вниз, я должен это скриншотить. О боже. Ладно, давайте загрузимся. Fuck you. Нет, здесь я смогу уйти. Надеюсь, кто-нибудь заварушку устроил. Что, серьезно? Вау, зашибись. Просто... Такие сложные миссии, капец. Да, я хочу пополнить запасы. Сейчас он... Я боюсь уже увидеть. Откроет пальто, а там он голый, такой, знаете, волосатый. Такой настоящий джигит. У меня есть товар для темных дел. Сейчас только ногу подниму. Опаньки, ребята пришли. Каждую ночь один и тот же кошмар. А чё это вы пришли-то? Я-то побежал от вас. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-та-ра-та-та, стелс. О, стелс, как много стелса тут. Охренительный стелс. Приветствовал его, вы бы знали. Я нажимал пробел. У меня так много дел, что не могу я каждый день нажимать пробел. Эй, парни! Нажмите мне пробел. Два парня! Пошли в жопу, козлы. Парни. Спокуха, осторожно. Окей, все, окей. Я в шоколаде вообще. Аркадий Укупник меня спонсирует. А-а-а. Детка, да. Он не тот! Серьезно? Слушайте, он псих! Он вот серьезно псих, он все откручивает, все, что не приколочено. И даже то, что приколочено, он откручивает. О, господи! Гард, ты псих! Успокойся уже, пожалуйста! Мемориальные доски собирают в кладбище, ты... Сраный мародер! 150 G всего? Окей. Что? Новый диск, вы чё, пропустили, что ли? Чё? Что это такое? Что за локализация? Новый диск. Что вы делали, а? Угадайте, кто будет вторым. Вы же понимаете, да? Привет. Я это третий раз проделываю, это так смешно, капец. Спокойно. Ну чё это? Посмотрите. Что это? Вау, ребят, вы чем занимались, когда портировали? Вау! Что случилось? Посмотри. Алло. О, боже.
Что происходит? Просралась? Просралась, спасибо. Прыгай. Молодец. А, все, понял, где. Все, все нормально. Все окей. Я нажимаю пробел. Вот сейчас пробел нажимаю, ничего не происходит. Отошел назад, происходит. Так же, наверное, и с лестницей было. В прологе, когда я не мог на нее залезть. Потому что подошел слишком близко, не, она так сказала. Чувак, слишком близко. Ты имей совесть, че? Я тебе кто? За кого ты меня держишь? Я не такая. У меня гордость есть. Сначала iPhone, потом все остальное. Можно чехольчик для iPhone. Так, тоже нормально. Не, ну сначала надо попробовать iPhone, потом чехольчик для iPhone. А потом можно просто картинку для iPhone. Крыса, ты наблевала, что ли? Ты зачем весь куриный... Как куриный? Малиновый морс выпила? А, тварь! Что ты делаешь, а? Вот ты лежи теперь, поняла? Бухая тварь, видите? Не реагирует даже на удары. Вот что это такое? А, выкину тебя из дома. Поняла, что ты будешь делать? А что ты будешь делать без меня? Скотина, сожрала весь малиновый морс и выблевала. Ты понимаешь, что это может быть настоечка? Эй, все, можно идти. Я думал, все, автосдох это быстро закончилось. Было по-настоящему непригодным для жизни. Я считаю, что у арабов вместо метро вот такая вот узкоколейка. Создана, поэтому они такие злые. И хотят всех уничтожить. Не, ну конечно, те арабы, которые не ездят на таком говне, это как охотиться, они такие на оленей, усы. Нормальные. Гениально. So genius. We so smart. We're разработчики of this cool game. Oh fuck. Oh fucking shit. I am the разработчик. Показалось. Или хмель сказывается. What the fuck I need to do right here? Huh? I see. I need to extinguish this fire. What about go fuck yourself? Yes. Go here, you motherfucking bitch. I'm here, you sucker. What the fuck? I want this shit, you fuckers. Yeah, you fuck. You stupid fucking shit. I want this shit. Oh shit. This shit, fuck, saw me, oh shit. What the fuck I need to do right here? If I don't know how to... Wait a minute. Maybe I can do this. And just grab what I want. Oh my god. I want to grab that. Fuck you, ah, fucking shit. Oh fuck. What the fuck? Shut up, you stupid bitch! Oh my god! This hurts, oh my god, no! Oh no, what the fuck are you? Ah, no, what the fuck are you doing? Я просто хотел повеселиться, ребят. Все плохо у тебя, парнишка. Завтра будет на... В голове у тебя шишка, а у тебя парнишка, будет день плохой. Подумают все, что ты гей. Ой. А, лежите. Поздравляю. Это благодаря тебе. Да ты чё? Вместе мы сотворим великие дела. Великие. Нихера себе. Неудачник находится под арестом. Ищи голосовой аппарат в башнях стражи и возле виселиц. Просто обосраться. Чувак, я вот металлический человек. Охереть. Металлический. Просто не из попевоши, не из резины, а металлический.
Боже! Нет, я, конечно, понимаю, резиновый еще, но металлический-то нахера, мужик? И чуть живых не хватает. Какая разница, металлический он, деревянный. Буратино. Нахера вообще папа Карло начал там вырезать Буратино? Вырезал бы лучше какую-нибудь семью. Вы хотя бы запомнили. О, да. Если в этой игре можно смывать унитазы, это будет... Это все, это перфект. Здесь не только можно смыть унитаз, но и пос... Так. Я готов. Давай. Господи, какой идиотизм. Еще разок. Может, есть скилл какой-нибудь? Слушайте, надо нажимать не слишком быстро. У меня такое чувство, что мне лучше подключить джойстик. Может, мне все-таки джойстик подключить? Может, с ним будет полегче? Мне не получается это сделать. Ну-ка, если с джойстиком. Давайте попробуем с джойстиком на этот раз. Давай, давай. Слушайте, никогда не думал, что в игре будет сложнее отложить какашку, чем в жизни. Давай. Еще чуть-чуть, еще немножко. За что? Давай. Почти, почти я это сделаю. О, да-да. What the fuck? О боже, блин, люди. Там киса будет. Хочу видеть кису. Oh, who's your new friend, Aaron? Shut up, baba. Да, я угадал. Пошла вон, баба. Don't talk to her, she's not part of the game. Она не принимает участие в игре. Отстой. Что? Что за... Что с Баттерсом? Что с Баттерсом? Что за Баттерсом? О боже, бедный Баттерс, что с ним? Ребят, ну я просто обязан это сделать. Вот, немножко походить, я просто обязан. Посмотрите на это. Это... Я должен в это посражаться. Вибрирующий клинок. Не специально, да? Ну, вообще, все, что я сделал, все, что я собирал, выглядело примерно вот так. Я занимался этим 4 часа. Поздравляйте меня. Бедные хутии. Какие-то два ассасина решили доказать, у кого пенис больше на хутиях. Хутии-то вам что сделали? Хутии-то тут ни при чем. Вас все хутии расстреляли. Воу-воу-воу-воу. Воу-воу, чувак, ты что из воздуха-то появился?
Он такой, где я был? Что я делал? Господи, зачем меня телепортировали сюда к какому-то кретину? Я просто в страхе стрелял вокруг себя, и он сдох. Ой, убить Варгаса, правда. Он посередине стоит, такой незаметный. Какая ужасная смерть. Просто хедшотом из пушки. Все будет так, как ты захочешь, детка. У меня есть для тебя... What the fuck? Это ж подскочил, проснулся, ё-моё, ото сна. Core геймеров делаешь эту игру. Тех, которые играют... What? Ну, типа, окей. Забираю, окей, я не против. Какая улыбка была у этого мужика, вы видели? Он такой, да, на кораблик мужика. Надеюсь, я точно попал. Целится в правое яичко. Я даже не знаю. Че, насрать, что ли? Что? Господи, ему надо было оба яйца, что ли, отстрелить, чтобы он сдох. Какой поворот. Ой, привет. Привет, Бэмби. Козел ты. Мог бы поздороваться со мной, помахал ушами, убежал, мол, а, лопух. Я тебя догоню, я тебе так вставлю, ты просто охереешь. Под тобой потом ржать будет вся община оленя. Ну давай, я нажимаю, чтобы он поднимал. Господи, Эдвард. Поднимайся. Слушайте, Алёга! Ты такой тупой! Вы смотрите на это. Что? Вот. Я не могу. Так, может, сюда нельзя? Да как нельзя? Наконец-то, слушайте, как так? Я не знаю. Кривая жопа. Что? Что это такое? Что? Что это было такое? Я буду стрелять. Я буду стрелять ее отсюда. По-любому забью. И ничего она мне сделать не сможет. Ты сейчас сдохнешь. Нет. Да. Смотри. Оп. Зато он шикарно вылетел из окна, ты это видел? Профессионализм. 10-10-10. Союзники несут потери. Окей. Я попробую ее. Отступаем. Фарпа! Нет, беги, беги, Тульчик, Тульчик, беги, 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 беги! О, фу. Фу, инструмент убежал. Мистер, молоток. Он аж стену пробил. Да ну в жопу. Я сваливаю. Я не с вами, ребята. Где моя мороженка? Без яиц? Видишь мои яйца? Видишь, теперь их не станет. Кто же я без яиц? Че-то меня часто я тянет на яйца. Не знаю. Может быть, потому что я... Мальчик. Хотя нет, наоборот же должно быть. Подождите. Я смотря на какие яйца. Если на перепелиные, то и надо еще подумать. Кому не нахер сдались? Кому я нахер сдался с перепелиными яйцами? С им желанием найти перепелиные. Че мне надо? Да господи, что с ним? Подождите, что мне здесь нужно сделать, кроме того, что говорить о перепелиных яйцах? Быть невидимкой. Но это легко, чё там? Не пожрал пончиков год. Я до сих пор невидимка. Так, стоять! Что происходит с этой игрой? Посмотрите. What the fuck? Кого я? Что происходит?
Что происходит? Я никого не оглушаю, кроме двух собак, никого не оглушал. Она успела родить и зачать еще, что ли, детишек? Слушайте, может, детишки успели зачать детишек? Что происходит с этой игрой? Опаньки. Погода меняется. Тихо-тихо, канарейка. У меня к тебе большая просьба. Тихо-тихо. Лежать! Стелс. Так, там опасно. Сейчас вдруг дверь закроется, я вообще просто охерею. В этом углу нихера. Устал. Шкаф такой, да ну в жопу стоять. Чё оно, зачем? Да куда ты встаешь? Во, встань сюда. О, господи, он не хочет сюда вставать, представляете? Вау, я не знаю, чем они делали, но явно жопой. Вот нахера мне здесь, смотри, что я здесь увижу, господи. Вот этого я не ожидал. Вот поэтому я никого не спасаю. Нет, пусть она сама тут лежит, хорошо, а я пойду, пожалуй. Никто этого не... Чувак, эти женщины придет. Так, уходим. Так, я сваливаю один. Ничего не знаю, я сваливаю просто один. Мне не нужна она. Дайте мне свалить одному! В жопу это задание! Уберите от меня это все! Так сложно. Я даже ХП не потерял. Идиотизм. О боже мой. Серьезно, мне ее отнести так далеко? Давайте красиво прикроем. Боже мой. Какая потрясающая дама. Господи, что с тобой? Витри, фу. Фу на тебя. Не, может быть, это не борода, может, это волосы из носа так сильно торчат, просто не замечая. Может, она их расчесывает. Нет! Нет, представь. Нет, нет, не представляйте ничего! Только не сказать, что я представляю. Там с волосы из. Нет! Все, хватит! Этого не было. Знаешь, типа пошла вон. Типичная женщина с пакетом на голове. О боже мой. Надеюсь, мне не надо будет тащить через весь город. Пусть она останется здесь. Таки одну диверсию я совершил. Не знаю как, но... Таки да. Нет, не надо играть еще раз! Никогда в жизни я больше это задание выполнять не буду. В жопу это все! Вы что, совсем охерели там, что ли, да? Нет, спасибо. Спасибо, я откажусь, я обойдусь. Нет, 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 нет. Не сегодня, я не хочу, не буду, не желаю, никогда в жизни не буду к этому еще раз причастен. Окей, здесь была дверь. А вот эту херню я могу разбить? Коза. Вот эту херню я могу разбить? Нет. Это нахер из бетона созданное говно. В жопу. В жопу, ребят. Я плохой вор. Чё, ты тоже думаешь, такая умная, а? Ты заткнись, тварь! Заткнись, я сказал, тварь! Совсем охерел, что ли? Заткнись, я сказал. На тебе взрывную стрелу, скотина. Поняла, да? Уродина лысая. О, какие они милые. Посмотрите на это. Это отлично. Главное, чтобы не исчезли. Замечательно. Главное, чтобы не упал вниз. Там же не упадет вниз, если я сброшу, да? What the fuck? Ну, теперь мы знаем, куда делся Дэвид Копперфильд. Праздничные фейерверки, я думаю. Сегодня, в этот день, когда игра наконец-то стала интересной, когда я перестал играть по правилам игры, мы устраиваем праздничный фейерверк, в котором участвуют 6 или 7, не знаю сколько там, бравых молодцев,
которые собрались в одной куче и получили фейерверк тебе прямо непонятно куда. Да пошли в жопу, это не взрывная сцена, это говно какое-то. Пиццу кто-то... Вы что, пиццы что ли? Я не понимаю, здесь трансплантация органов при помощи пиццы что ли было? Ребята, у него отказывает сердце! Срочно два кусочка пепперони! У нас только с колбасой! Пепперони, я сказал! По-другому никак не получится пепперони! А вот его там почка отказывает. Ну, там можно, там, маргарита, или может с четырьмя сырами, там нормально, что почка одна. Ник, эй! А, здесь должна быть атмосфера паркура, смотри, наверное, да, сейчас? Не смотри, да? О, как страшно обосраться! Добавил немножко атмосферы. Паркур, вы что, это же так атмосферно. Пока все идет по плану. Да, для нашего брата у них особая тюрьма. Они придумали, как нас повязать, чтобы мы силу применить не могли. Но зато им пришлось самим кормить нас, мыть, даже задницы нам подтирать. Неплохо стали. Нет, политиками гордумы. Так жить нельзя. Госдумы. Нельзя. Вау. И даже забивать их не пришлось. Что делать, чуваки? Что это было? Они танцевали кукарачи, что ли? Чувиха, ты видишь, что ты на мусором... Простите. Ты что делаешь, а, слышь? Привет. Привет. Как жизнь? Че, нет? Хочешь со мной, нет? Что сделать, ну? Чувиха, что с тобой? Что с тобой? Что? Что происходит? Что? Ты какая-то устойчивая, слушай. Продюсеру, что ли, записалась? Да вообще, видишь? Джи, а ты? О, даже отскочи! Привет. Ну, привет. Мы все за тебя. Вот я сейчас сразу твои вот это. Замечательно. Я собираю себе новых друзей. Куда пошла, слышь? Слышь. Ты это самое, стой тут. Так, хорошо, хоть что не Христа, а то я бы обиделся. Наверное. Юджин! Однако умеешь ты уравнять шансы. Хорошо, да. Иди. Ой, кто-то улетел вообще. What the fuck? Но, что творится? В этом сегменте и включили охлаждение. Я сам себя убил. Это было смешно. Почему-то эта DLC сбросила все настройки, графики. Вау, чувак. Я никогда не видел, что тут радовались батону. Надеюсь, из этого батона получится какая-нибудь женщина потрясающая, которая... В любом случае... А, твою мать! Твою мать! Твою мать! Твою мать! Козёл! 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 Это просто... Я чуть не обосрался сейчас! Я кто хотел сказать, что это лучший фильм о Файт Клабе? Ну лучше не говорить об этом! Ты чё здесь делаешь, а? Чё ты здесь делаешь, урод? Пошёл вон! Куда ехать, вообще не представляю. Вон там есть чекпоинт, но... Зачем, когда можно просто поубивать людей? И пингвинов! О боже мой, Гринпис будет несчастлив! Бедный... О господи, что с камерой? И монашки и пингвины в одном флаконе. А что это вы тут делаете, а? Монашки и пингвины. Надо им еще предложить ЛБГТ-сообщество добавить сюда. Я был бы так счастлив, я бы еще раз купил эту игру. Мне нравится только этим заниматься и все. В жопу гонки. Зачем, если можно подавить монашек и пингвинов? 118 миллионов 714 тысяч лежит вот здесь. Перевязанный, видимо, резинками от трусов. И мы с вами стартуем серию, которая называется «Задротство в Payday 2». Мои масочки, мои красочки. Моя пилочка, мое оружие. Не знаю. Посмотрите на эту жопу. Это самая плоская жопа в мире. Посмотрите на это. Не сюда. Нет, не сюда. Рейджер назад. Назад. Да, блин, вперед. Вперед, беги. Да нет, можешь так пройти. Вот, за фликом беги.
Беги! 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 Прячься! Давай, беги! Два снайпера! Ты сможешь? Давай! Главное было прыгнуть в конце. И мне еще ачивку дали за правильный грузовик. За то, что пометили правильный грузовик. Просто охереть. Да, мне тоже. О, боже. Все, валим. Зачем его убили? Я же просил не убивать, ребят! Вы зачем убили-то? О, боже мой, я просил никого, ни в кого не стрелять, никого не убивать. О, боже мой. Быстрее! Закидываем и уходим. Ну ладно, я тут купил эксперт-драйвера на этот случай. Я знаю, кто убил даже Рейджер. Уходим, все. Я знаю, кто там взял ручонки свои и распустил. Да. Кто там убил? Кто? Рейджер 4 убил! Я все вижу! Я все вижу! Тебя игра сдала, понял? Да, нет! Да! У меня 0! Все, я же просил ни в кого не стрелять, ни в кого не убивать. Это что так сложно сделать, что ли? В этот момент я прослушал. О, боже мой. Ты вообще все прослушал, похоже. Просто вообще все. Не пали. Ох. Блин, я подумал, что лучше все надо рашить. Ну ты мне помоги тут. Тут надо трупом убрать. Я не могу. Убрать, у меня 4 трупа. В смысле не тут могу? Чувак, Рейджер, стой там, сиди там, не выбегай. Сейчас пробуй. Мне 2 трупа надо спрятать. У меня только один. Серега, выбеги назад. Я Джейми ставлю. А нет? Сиди сюда. Да, я усп... Там еще кто-то заметил. Не, они позвонили. А, боже мой, ты мог нормально пройти, а? Я мог. Ну так это ж ты завалил здесь четверых. Сраный читак играть не умеет, здесь ничего нету. Смотри, блин. Читак, ты читак, все, ты читер, сраный. Играть не умеешь, начитерил там себе. Мы сидели, главное, тихонечко с Рейс Рейджером. Читак. Теперь... Ты что делаешь, ком, смотри. А, блин, почему он сломался? 5 минут. Давай с тестом пройдем заново. Пошел ты, читак. Так только нубы делают, все, мясо. Рейджер, пошли, Рейджер, расчехляй! Мочи козлов! А зачем ты джеймер ставишь? Мне безопасно теперь. Тут джеймер тебя оберегает, да? Спрятался, заметили, убил ответил на пейджер, запаковал все. А нет, не догонишь! Ах ты черт! Я предлагаю Рейджера кикнуть. Не доходишь. Он быстрее. Сучка. Догнал. Зря я вернулся. Хоть бы сказал, что... Это так забавно было третьего лица, капец. Нам везет просто. На расположение. Тут чувак в воздухе стоит у меня, смотрите, чувак в воздухе. Смотрите, у вас чувак! Скрин! Неплохо. Ну как, я там нормально? Он сейчас дома присел еще. Нет, не стреляйте в него! Но. Нет, ну скрин не успел. Я заснял. We'll be right back.